за несовершеннолетней Сашей пришли органы опеки. Ольга решает взять над Сашей опекунство, но быстро это сделать не получится. Тимофей не хочет, чтобы Саша даже на время попадала в детдом. Помогает ей сбежать. Юрген узнает, что Лена ушла от Пушкина к Митяю. Юргену не нравится новый ухажер дочери, и они с Чичей приглашают Митяя в сауну, чтобы устроить проверку на вшивость.